Сегодня мы знакомимся не только с посетителями выставки, есть отличная возможность познакомиться со спикерами. Давайте знакомиться с вами. Расскажите, какую компанию вы представляете и какая тема вашего выступления сегодня была? Добрый день, я Дмитриева Юлия, приехала сюда из Казахстана. Представляю компанию GD Marketing, GD Expert. Мы занимаемся аналитическим маркетингом и поддержкой продаж. То есть, если вдруг у посетителя выставки или у потенциального клиента возникают какие-то сложности в развитии своего бизнеса, они могут напрямую обращаться к вам? Да, конечно. При этом мы говорим как о развитии и начале проекта любого, так и поддержке по ходу самого бизнеса. То есть, неважно, розничный это магазин или производственный комплекс. Были ли в ходе вашего выступления какие-то интересные, особенно интересные или острые вопросы? Выступления еще не было. Через сколько планируется? Через час. За нами просто наблюдают практически в режиме онлайн, поэтому если вы нам расскажете, где состоится ваше деловое выступление, то мы обязательно будем приглашать зрителей стать участниками. Выступление состоится здесь, Крокус Экспо, на 10-м зале, 3-й этаж 2-го комплекса. Состоится оно в 13:00. Говорить мы будем о том, как инструментами маркетинга правильно выстроить ценовое позиционирование вашего магазина. То есть не меняя цен, не уходя в скидки, привлечь большее количество покупателей, просто сделав ощущение, создав ощущение ваших продаж доступными по цене. Вот если вы не знаете, как упаковать свой бизнес или как сделать так, чтобы ваши товары продавались быстро и с большим удовольствием, а самое главное, без скидок, то обращайтесь к Юле и обязательно послушайте ее выступление. Она расскажет, как сделать ваш бизнес успешным, правильно? Правильно. Ну вот, давайте делать бизнес успешным.